Привет, всем привет, чао, чао тути. Да? Понятно, хорошо, спасибо, я учту твои предпочтения, оставлю себе обязательно силиконовые сиськи, а ты можешь нахуй пойти, пока-пока. Почему она постоянно говорит о ковиде? Постоянно? Так, а о чем мне должна рассказывать? А о чем мне нужно обсуждать? А давай ты мне дашь тему для разговора? А давай, что мы будем обсуждать? Кто покушал говно на стриме? Кто у кого с кем конфликт? Кто, блядь, с кем нахуй шиперится? Кто с кем ебется, блядь? Что ты хочешь обсудить? А что ты хочешь обсудить, чувак? Нарезочки, блядь. Кто встал, показал жопу? Кто нахуй обоссался в штаны на стриме, блядь? Кто пернул, кто крикнул, блядь? Кто с кем поебался? Давайте обсуждать, ребят, ну что, давайте. Мы же на Твиче, берем, жрем говно, давай. Берем, блядь, аж микрофон от меня нахуй улетел, блядь, не хочет. Нарезочки, сейчас бы навернуть говнеца с лопаты. Мой любимый стример обоссался в штаны. О боже мой. Ой, моя любимая стримерша отсосала кому-то, блядь. Надо их пошиперить. Пошиперим, ой, как смешно, ой, как классно. Твичик, любимый твичик. А что там на улице происходит? Да похуй, блин. Корона это хуйня, это ОРВИ, обычная ОРВИ. Да ничего от него не будет. Я молодой, блядь, смешной нахуй. Мне ничего не будет, блядь. Корона это хуйня, реальные проблемы это хуйня. Это все хуйня, блядь, ты какую-то хуйню обсуждаешь. Ты такая странная, блядь. Ты не смотришь, как кто-то, обожрался говном на стриме, блядь, обмазал себе ебало. Ты странная. Батя тебя акцент соно шокато. А что у тебя? Ебать, а ты вообще ноунейм и никто. И ничтожество. Пошел нахуй. Пока-пока. Бан. Блин, успокойся. Я спокойна? Недотраханная. Скажите еще месячные. Я же тёлка, у меня либо недотрах, либо месячные. У меня как бы другого не дано, блядь. У меня либо недотрах, либо месячные. Ну я же тёлка, блядь. Ну правильно. Логика. Климакс. Ну да, уже всё, уже милфа, климакс, всё. Всё уже. Сколько бицуха СМ? Ну побольше твоей, я думаю. У меня, у девочки. Больше у тебя, больше, чем у тебя бицуха, да. И что ты с этим сделаешь? Как ты с этим смиришься? Тебе нужно написать, бля, мало жмешь. Хотя сам вообще ничего, кроме, блядь, мышки своей компьютерной не поднимает, блядь. Да, конечно, буду, конечно. Видишь, кока-кола у меня почти закончилась. Это значит, что бассейн почти набрался кока-колы. Вот, я сейчас жду Влада А4 бумагу, когда мы пойдем снимать челлендж. 100-500 литров кока-колы, Among Us в реальной жизни. Еще чуть-чуть осталось, подожди, сейчас начнется челлендж. Никогда не думала, что твоя... Что? Твоя рациональность и сарказм граничит с токсичностью. Блин, ребят, я токсична, правда? Вы думаете, что я токсична? Блин, ребят, извините, пожалуйста, я буду теперь очень добренькой и миленькой. Ведь вы же такие добренькие и миленькие котики у меня. В чатике сидите, мурлыкаете. Мяу-мяу-мяу, мы такие хорошие котики, мы ни разу не пишем хуету тебе. Мяу-мяу-мяу, а ты такая токсичная сидишь, выебываешься на нас, котиков. Мы такие маленькие котики, забились. Хвостики даже забили. Прибили ушки, вот так поджали. Божечки, какая страшная девочка. Такие вещи ужасные говорит. А мы такие котики, мяу-мяу-мяу. Такие хорошенькие, блядь. Вот я патриотка, покупаю русские продукты. Прянички. Блин, нет, это не русские пряники. Здесь фашистская надпись, смотрите. Что-то с бухтепеха. Вот это какая-то на немецком. Подкастыч замутить на какие-то ёбаные темы, подкастыч, у нас, а что, стрим уже не котируется, нужно делать подкастыч, мне нужно называть свой стрим подкастыч, так, сидеть рядом с микрофоном, поставить поп-фильтр, такая, типа, ой, ебать, я дохуя подкастерша, блять, или ноутбук этот, iMac поставить с наклейками, я дохуя подкастерша, блять, это не просто стрим, нахуй, это подкаст уже, блять. Я уже не просто стример, я уже подкастер, блядь, да? А, да, вот это вообще кайф. И делать реакции.
Домашние животные есть? Да, мой чатик. Люблю вас, котики. Ты спишь ты спишь одетая? Как ты спишь? Или раздетая? А как ты спишь? В одежде? Или без? Чтобы не выпилиться, господи, я такой сэдбой. Я такой сэдбой, просто я убиваюсь своим. Я убиваюсь своим горем, своим несчастьем. Боже, как же мне жить, блять. Боже мой, я такой сэд. Можно по-русски пиздеть? Те 15 минут, которые я пиздела до этого по-русски, они не считаются. Если я сказала пару фраз на итальянском, все, это уже оскорбление всей, блять, русской нации, нахуй. Это предательство родины, блять. То, что я говорю на другом языке, это предательство родины, блять. Быстро на колени молиться, блять, с портретом Путина. Блять. Мой ник в Фортнайте сосиска, ёбана, кидай инвайт. Сейчас мы с Владом А4 бумагой доделаем наш челлендж на 100-500 литров колы Among Us в реальной жизни. И сразу пойду с тобой играть в Fortnite. Ты главное жди меня. Мы сейчас сразу с тобой пойдем играть в Fortnite. Сейчас только с Владом А4 быстро закончу свой челлендж и пойдем с тобой в Fortnite играть, хорошо? Хорошо? Окей? Ладно, подождешь меня? Подождешь меня? Только не играй без меня, ладно? Обманщица, почему ты так думаешь, что я обманщица? Почему? Карин, пойдем в доту, конечно. Сейчас я вот с чуваком, значит, я закончу сначала с Владом А4 челлендж, потом поиграю в Fortnite, потому что я уже пообещала своему подписчику поиграть в Fortnite. А следующей каткой мы пойдем с тобой в доту играть, хорошо? Поинвайтишь меня? Поинвайтишь меня? Поинвайтишь? Фу, там слюни на дне бутылки копятся. Фу, Белла, по-моему, ты слишком токсик, Белла. Что я тебе сделала? Почему ты на протяжении всего стрима пытаешься меня обзывать на русском, на итальянском, на других языках? Что я тебе сделала? Почему ты так говоришь про меня плохо? Почему ты так, можно сказать, токсично отвечаешь на некоторые адекватные вопросы? Адекватный вопрос, почему ты не сожрала кроликов своих домашних? А да, я тебе задам вопрос, почему ты свою домашнюю кошку не сожрал? Или собаку? Адекватные вопросы. Ну я сомневаюсь в твоей адекватности, если ты считаешь подобные вопросы адекватными. И я не более токсичная, чем те люди, которые пишут мне такие токсичные вопросы. Токсичные, господи, какие мы все стали, блядь. Неженки, неженки, неженки. Ну ты тут сидишь для того, чтобы мы в тебя кидали говно. Тухлый помидор, а ты-то хавала. Как ты смеешь быть токсичной? Я тут для того, чтобы быть токсичным. Я тут для того, чтобы тебя хуесосить, вставлять тебе палки в колеса, чтобы тебе, блядь, хуёво было, мразь. Я тут зритель, блядь, кидаю в тебя говно, а ты, мразь, должна это жрать, блядь, жрать должна, нахуй, жри говно мое, блядь, я зритель, блядь, я тут решаю, нахуй. Я не понимаю, это что, какой-то прикол, блядь, меня токсично называть, это просто какой-то прикол, это какой-то мем, блядь. Какой-то мем, но окей, ладно, все, я токсичная, бля, я токсичная, нахуй, что, я токсичная, я токсик, нахуй, я токсик, блядь, максимально, нахуй. I'm toxic, ди-дин-дин-дин-дин. Ну все, блядь, все, я токсик, нахуй. Ну, если, вы знаете, если я буду токсик, блядь, ну это нахуй, мало не покажется, блядь, если я буду токсик. So good, oh my gosh, so good, oh yeah, so good, oh no. Зачем ты жопу постоянно выкладываешь, я не даже... Слушай, чувак, если ты видишь только жопу, это твои проблемы, хорошо? Вот, например, давайте откроем мой инстаграм. Давайте откроем мой инстаграм, блядь. Давайте, нахуй, будем открывать мой инстаграм. Где мой инстаграм, блядь? Вот мой инстаграм. Так, последняя фотография. Я стою передом. Ну, ты, наверное, пристал, блядь. А сзади там же жопа. Господи, она стоит ногами, а ноги держатся на чем? На жопе, блядь. Там, наверное, жопа в леггинсах черных. О, боже мой, блядь. Пи-и-и, просто нахуй. Так, предыдущая фотография. Я сижу со штангой. Сижу жопой? Сижу жопой со штангой?
Я сижу передом, но жопа сзади, жопа присутствует. Логично, жопа присутствует, жопа есть. Жопы не видно, но она есть, она присутствует в моем теле, блядь. Прикинь, нахуй. Такова физиология, блядь. Без жопы никуда не денешься. Жопа нужна. Я хочу стать твоим унитазом. Пострел фотки, ты реально жопу специально фоткаешь, ты реально ее фоткаешь, я так решил, я посмотрел, я своим взглядом решил, что ты фоткаешь жопу. Не отрицай это, нельзя это отрицать, я так решил, значит так и есть. Я не могу обсуждать никакие мировые проблемы, извини, пожалуйста, мы тут обсуждаем только пердежи стримеров. Почему ты стримишь только 2 раза в неделю? А сколько надо? А сколько надо стримить? Представляешь, я даже 2 раза в неделю устаю стримить. Представляешь, мне... Я после стрима чувствую себя просто, блядь. Вы как выжатый лимон, нахуй. Ну, типа, да. Представляешь, это не так, что ты, блядь, взял, подрубил, блядь, и сидишь, нахуй, чилишь, блядь, пузы чешешь, блядь, по 9 часов, нахуй. Рада, что делаю тебя улыбаться. Спасибо. Можно без мата? Вроде красивая девушка, такие помои зарыгаешь, когда ярко на ферме, которую бык обосрал.